Внаслідок нічного ворожого обстрілу в одному з районів міста Одеси виникло загорання трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала 300 метрів квадратних. Майже 2,5 години рятувальники ліквідували наслідки. Робота ускладнилась через повторний сигнал повітряної тривоги. На щастя, ніхто не постраждав. Від Одеси не залучалось 7 одиниць техніки та 21 вогнеборець. Страшно, ребята, это очень страшно, когда рядом с тобой демы на отшибе, что мы кому сделали? Я вам скажу, просвистело над домом, прямо низко-низко, и потом 2 секунды и бахнуло. Мы даже не поняли. Когда МЧСники уже приехали, мы только узнали, что там уже у нас это, воронка. Половину забора снесло. О, смотрите. Повреждено это корпус, жилой корпус, где номера со всеми удобствами. Но мы сейчас не работали. 2 года войны мы не работали. 40 примещений, 40 номеров. Емкость база десь на 150 человек. Они пошкоджены. Здесь раньше всегда отдыхали актеры украинских театров.